Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании, и как вы уже знаете, кто заходит на мой канал в раздел сообщества, там можно намного быстрее узнать новости, которые происходят на нашем с вами канале, так что феечка у меня уже есть, как вы видите, и через 4 часа 32 минуты она вылупится, ну это будет уже ночь, потому качать мы ее будем в следующей серии. Так, в этой серии мы будем качать божью коробочку. А так, давайте кратко пробежимся. Феечка, клевер, ну, зернышко плюс война. Так, это то, что мы можем вывести. Ну, в описании под видео, если не забуду, как обычно, вставлю. Если я забуду вставить, то в прошлом, в позапрошлом видео, там комбинации все и на феечку, и на клевер. И все, в общем-то, есть. Так что найдете, ребятки. Так. У нас идет весенний фестиваль. Так, что-то я там видел в новостях. А, Рец выпускал видео, и там оно, по-моему, называлось 9-й этап. Ну, я, конечно, отстаю, даже не стараюсь. Не стараюсь гнаться в этом турнире. У меня просто, ну, не хватает времени настолько, чтобы это все дело так активно продвигаться, в общем-то, по этому турниру. А, вот только вот недавно взял 5-й этап. Ну, мне бы 8-й взять максимум, но вот эти вот штуки мне не нравятся. Мне как-то плохо получается выводить шанс получить один из этих предметов, когда вы видите дракона. То есть, в смысле, я все время путаю, скрестить они имеют в виду или высидеть. В общем-то, что-то у меня плохо получается, и здесь как-то дорого. В прошлом где-то на 3-м или на 4-м этапе было по 5 кристаллов. Я, по-моему, просто взял, купил 4 раза по 5 кристаллов. Ну, здесь не знаю, посмотрим. У меня вот через пару часов как раз будут 2 дракона в инкубаторе. Ну, легендарный и яд, по-моему. Или они как раз-то гибридные. Вот условия у нас тут гибридные. Не знаю, засчитают, не засчитают. Гнев дракона мы сейчас с вами будем пробовать. И собрать еду, это мы тоже с вами попробуем. Ну, я бы хотел хотя бы получить вот 8-го питая и был бы, в общем-то, доволен. На 9-й и 10-й даже не смотрю на бонсая. Так, ну а кстати, да, ну а божья коровка была наша награда за 3-й этап, то есть я ее получил. Так, максимально отдалился я, и теперь давайте сейчас попробуем. О, еда уже созрела, отлично. Ну, так, не понял я юмора, почему не выполняется. Собрать еду. Алло, гараж. Я уже собрал сколько еды. Почему мне ничего не хотят дать? Ну, вы это видели? Давайте сделаем сейчас мультипосадку чего-то такого мелкого на 5 минут, например. О! Засчиталось, наконец-то. Ладно, 5 минут подождем, не будем ничего нового ставить. Погнали качать нашего нового дракошку. Так, еды у нас чуток совсем есть. Божья коробочка, давай, иди сюда. Сделали скриншот, она у нас непростая. Это у нас девочка, и у нее заколочки в виде сердечек. Че у нее? По показателям 64 сил атака, для редкого вполне себе хороший результат. Погнали ее качать. Ну, на 10 уровень, по традиции. Вот она выросла. Ну, примерно такой же и осталось. У нас гибридный дракончик, да, стихии, зелень и огонь. Ам-нам-нам, ам-нам-нам. Так, ну, божья коробка, да. Так называется, без каких-либо причуд. Отлично. Теперь что? Теперь нам нужно, ребятки, выполнить условия. Условия использовать гнев дракона 4 раза. Давайте сейчас попробуем, что мы еще тут можем параллельно с этим выполнить. Гнев дракона. Можно это использовать в подземелье, но это неинтересно. Это неинтересно. Давайте попробуем пойти на карту. И там будем использовать гнев дракона. У меня гневов дракона целых 49. Давайте вот покажу. Вот зелье гнева дракона. У меня их 47. 47 штук. То есть оно нам сейчас будет помогать вот здесь воевать. Блин, ну к сожалению, на эмуляторе мышка не так прикольно клацает, как... Как? Нужно изменить порядок дракончиков.
как на планшете либо телефоне пальчиками. Намного лучше получается. Но сейчас мы попробуем. Так. Тираны вторглись в Дреколандии задолго до моего рождения. Они правили железным кулаком до тех пор, пока я не научился приручать диких драконов и не начал использовать их в качестве союзников в борьбе против них, совсем как сейчас. Так. Давайте сделаем вот так. Он взял и умер, печалька. Надо было гнев дракона использовать сразу. Вот сейчас я даже вот не буду сейчас это делать. Нет, это так как-то совсем печально. Не-не, надо переиграть. Давайте переиграем. Сразу использую гнев дракона, потому что здесь полная жесть. Взять. Очень мало. Вот это я выдал. Так мало. Я там 50 могу, там 40 нанести. Но вообще как-то мышка не по приколу было. Может хоть она кочурится? Блин, выжил. Это было нехорошо. Ладно, хотя бы добьем и заражение пойдет. Шансы какие-то на победу у нас есть. У, промах. Промах, это круто. Так, ну что вы думаете, как вы думаете, стоит взять гнев дракона еще раз в этом бою или как-то затащим? О, нет. Хух, реально фартануло. Так, викинги представляли для нас огромную угрозу, но тираны оказались еще хуже. Их предводитель Радхорн, блестящий изобретатель, который использует свой гений для создания боевых машин. Многие его творения остались среди обломков индустрии. Ну, это остров, индустриальный наш остров. Так, нам снова говорят про клевер эти. Два раза не в попад выпадают в последнее время эти картиночки. Вау, 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 вау. А сюда можно? Давайте сюда сходим сначала. Бой. Так, ну сразу будем брать гнев дракона. Так, прекрати дрожать, Нед. Мы должны помочь Хогвину поймать этого несносного Радхарна. То есть мы Радхарна, великана этого, что ли, ловим? Так, единственное, что вы поймаете в этой битве, это простуду от моих драконов. А чё простуду? Тут у нас какие-то драконы, фейерверк явно. Взять гнев дракона. Так, сейчас попробую по другой технике. Там нужно же не просто щелкать мышкой, а нужно еще как бы движение делать. Ну, 29 лучше, чем было в прошлый раз, но все равно ничтожно мало. Так, да и обидное, самое обидное в том, что он как бы и не окочурится даже от такого. И от такого... Ой, они вообще все живые. Да, что-то нам тут не светит вообще ничего. Как я посмотрю. Не. Тут нам что-то наваляют, ребята. Да, слишком большая разница по уровням, конечно. Давайте сейчас выйдем, посмотрим, что мы тут выполнили. Что нам засчитали два гнева драконов? Да, нам засчитали два гнева дракона. Это хорошо. Так, собрать еду, это нехорошо. Ну а с драконами непонятно. То есть у меня уйдет еще целый день, а то и больше на выполнение вот этого этапа. Так, ну что, давайте идем дальше. А что у нас в режиме героя? Так, что здесь? Сначала пробуем, наверное, без гнева дракона. Мы здесь должны затащить и так. 51-й, это вам не 55-й.
Очень красиво выглядят драконы. Вот я смотрю, у меня мониторчик 23-дюймовый. И очень красиво выглядит все так. Хорошо прорисовано, короче. Но разрешение Full HD такое же, как и на большинстве смартфонов, потому смотрится картинка хорошо. Вот и все. Ну, здесь у нас легко. Здесь у нас пока что уровень не такой сильный. Так. И шепчущая пещера нам покорилась. Так, давайте еще сюда заглянем. Завоюем. Так, рыба-клоун. Архангел 50 уровня. Хорошо. Редкий, редкий, редкий. А ну-ка, сможет? Не, не сможет. Выживет. Надо было все-таки тенью атаковать. Но и так сойдет. Так. Нас заразили. Слабостью нас заразили. Слабостью, ребята. Да. Крепкий щит, ничего не скажешь. Но недостаточно крепкий. Так, отлично. С этим разобрались. Так, а что у нас по вратам? У нас здесь все нужные нам врата открыты. Давайте в обычный режим перейдем. Проверим. Нет ли у нас здесь каких-то неоткрытых врат? Так, ну здесь все вроде завоевано, все врата открыты. Хорошо. А какого мы с вами дракона качали, ребята? Так, есть какой-то у нас дракончик. Сфинкс, ты какого уровня? Сфинкс 30-го, мы уже его качнули. Так, 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 с пустотой это был агент. Точно. Агент у нас 25-й уровень, нам нужно качать его пока что. Двадцать восьмой уровень пока что нам покорился. Это хорошо, еще два уровня. Это всего лишь миллион еды. И все у нас будет в шоколаде. Так. Что, заглянем на колдовскую арену, да, что нам тут предлагают. Ну, ничего, нас один раз кто-то победил. Но зато, значит, нам будет легко сейчас найти противника с показателем, ну, минус 16, минус 17 покупкам. И мы его победим. Так, ну, минус 15 маловато. Минус 16 уже сюда можно идти своей командой. Так, 16-28, давай даже возьму тигра. Попробуем сделать как-то так, что ли. Так, зелень давайте возьмем. Ух ты, эпическая. 50% недостающее здоровье вашего дракона превращается в урон при атаке. Это что, полмиллиона можно, да? Ну, неплохо. Но всего лишь одна, не хочу пока что его тратить. Так, ну, давайте возьмем две зеленочки. Попробуем, сможет ли один тигр здесь затащить. Я уже пытаюсь вот пройти вот тигром с ягодкой, это у меня одна такая команда. Потом архангел старается тащить сам, как осень и факел. То есть я могу примерно 4 боя уже выполнять. Так, вот время использовать усилялочку. С одного удара это круто. Так, ну а здесь опять пойдет ягодка.
Ну, очень легкий бой пока получился у нас с вами. Так, 15-15. Ну, берем Архангела. Берем ему усилялочку. Металл. Что у нас вообще мне с металлом есть? О, так у меня 173 металла, блин, стоять. Почему я трачу энергию, если у него металл? Погнали. Никогда не пользовал усиление металла, между прочим. Думаю, сейчас мы его сможем протестировать. Нам попадется какой-то дракончик покрепче. Сорок. Ну, это недостаточно. Это ворон. 30% жизни с нас снял. Это тоже пироженка. Слабенько. Ну давайте, ладно, с одного удара попробуем. Завалим его, да и все. 1 190 000. Так, что мне понравилось. У меня 179 таких усилений металлических, круто. Так, 2 2 2 2. Так, теперь мы сможем минус 16, смотрите, здесь есть 50. Вот мне интересно просто заглянуть сюда. Поглядеть, кто у нас тут в противниках. Если 51, то он нам не страшен. Не-не, здесь, по-моему, крепкие ребята стоят. Лучше найти другого противника. Вот-вот-вот, этот нам, думаю, подойдет. Ниже 600 кубков, это должно быть все хорошо, но не так уж и просто. Смотрите, весомо ударил. Ну, если мы валим дракончика за один удар, значит все хорошо. Вот когда он выстаивает два удара, вот, например, облако может выстоять. Да, вот это вот самое такое неприятное. Один. Гейзер. Хороший дракончик. Давай вот так. Ну и все. Все у нас идет гладко, как по маслу. Жаль, что нам не хватит еще одного, ну, очка, чтобы открыть военный сундук. Но ничего страшного. Так, здесь нам нужно брать... Что? Так, вот я беру первый удар. Такие слабенькое усиление, надо их тратить. И погнали. Довольно легко у нас получается пройти на этот раз. Хорошие противники подобрались нам на изичах, отвоевали себе немножко кристальчиков, но все равно, да, очень редко попадают нам легендарные осколки. Так, ну все тогда. Это мы выполнили очки, я потом на 600 сброшу. И, пожалуй-то, пока что все, ребятки. В следующей серии будем качать легендарную феечку. Хотелось бы ее качнуть. Ну, качнем ее, конечно же, повыше, там, на 20 уровень хотя бы. Так что ставьте пальчик вверх и до скорых встреч, ребятки. Всем пока.